друг против друга. И не только, кстати говоря. Так, за Eagles в белой форме первый номер Саидов Шамиль. Далее 99-й Богатырев, Абу Муслим, 9-й Гайрбеков, Мухаммад Али, 17-й Давудов, Магомед Султан, 7-й Загиров. Былые своим игрокам. Возможно, и новые. Но пока вот такой рикошет и мяч в сетке ворот. Практически на первой же такой серьезной, первая же такая серьезная атака. В этом сезоне каких-то серьезных задач ставить не будет. Ой-ой-ой, как красиво! Наверное, определять. Да, подтверждение получено. И Гайрбеков. Гайрбеков, разбег, удар и без шансов. Да, вот это может случиться. Хороший перевод. Здесь Богатырев. Надо забивать. Надо было забивать, но... Низам, забивать нужно было здесь Челаеву. Заходит мяч? Нет, каким-то чудом мяч не заходит в ворота. Сулейманов Абдулла появляется. Пенальти? Удар и гол забивает Челаев. Забил Челаев с пенальти. Ой. И прям, посмотрите, попадает в штангу после этого выноса такого. Финт был. Момент, ну вот здесь уже забивать. Нехтиев. Нехтиев ошибся. Нехтиев ошибся. И получили еще один. Ты что делаешь? Вынеси мяч! Итак, друзья, The Eagles выигрывается еще там 4-1. Это третья победа подряд в премьер-лиге для новичка элитного дивизиона. Вот такой вот резвый.